«Экс-Инноватор» – большое спортивное событие. На лед вышли инженеры, токари, слесари и представители других профессий и предприятий концерна «Алмаз-Антей». В товарищеском турнире сошлись команды московского машиностроительного завода «Авангард», НПО «Алмаз» и МКБ «Факел». Играем в хоккей, представляем наше предприятие. Огромное спасибо руководству предприятия, профсоюзу за то, что нас поддерживают. Помогают. Турнир среди заводчан приурочен к 70-летнему юбилею машиноконструкторского бюро «Факел» и направлен на развитие любительского хоккея в Химках. Спорт помогает сплочению наших организаций, ребятам помогает развиваться, обеспечивает командный дух. Данный вид спорта позволяет оперативно решать поставленные задачи, что помогает и в работе, и в наших домашних делах. По итогам соревнований первое место завоевала команда «Авангарда». Серебро у «Факела» и бронза у хоккеистов «Алмаза». Все участники памятного турнира получили кубки и ценные подарки. Но главное – заряд бодрости и отличного настроения. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.